клубе «Семья» появилась новая форма общения. В конце февраля его участники отправятся в автобусную экскурсию по городу в рамках проекта «Семейный экспресс». Молодые семьи смогут взглянуть на привычный город глазами экскурсовода Анастасии Шацкой. Формат практически сразу нашел отклик, а значит, подобные экскурсии могут стать регулярными. Куда сходить, что посмотреть, даже с детьми? Это всегда вызывает вопрос. И от приезжих можно часто услышать, что порой сходить некуда, посетить нечего и вообще скучно. Мы решили эту версию отбросить и доказать обратно. Вот с этой целью был создан «Семейный экспресс». В преддверии Международного женского дня клуб молодой семьи анонсировал конкурс лонгридов о маме «От чистого сердца простыми словами». Конкурс проводится в трех возрастных группах – от 8 до 11 лет, от 12 до 14 и от 15 до 17 лет. Работы принимают с 15 февраля по 1 марта включительно на электронную почту shatskayasobaka@mcdefissarov.ru с пометкой в теме письма «Конкурс лонгридов». Никто не знает, это такая, ну, можно сказать, статья для газет или журналов, которая включает в себя текст, довольно длинный текст, да, лонгрид, длинная история. Но этот текст обязательно сопровождается фотографиями. Ну, чем больше, чем красочнее, тем лучше. Тема, конечно, о маме, о ее роли в семье, о ее роли в жизни ребенка. Вообще, какая она, ваша мама? Поэтому, пожалуйста, пишите, присылайте. Итоги конкурса подведут 2 марта, а 3 марта победители наградят дипломами и памятными подарками. Положение конкурса можно найти в официальной группе клуба молодой семьи «Семья ВКонтакте». Дополнительную информацию можно получить по телефону 99108. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.